Я иногда встречаю такое утверждение своих клиентов о том, что от тараканов прятать еду, продукты питания абсолютно бесполезно. Потому что они якобы могут прогрызть просто полиэтилен, пакеты и так далее. Но сейчас я вам предлагаю своими глазами убедиться, могут ли тараканы это сделать или не могут. Защитит ли продукты вашего питания полиэтилен или прятать действительно абсолютно бесполезно. Смотрите, я тараканов закрыл такую полиэтиленовую перчатку. Она очень тоненькая. И тараканы находятся, ну, примерно 12 часов уже в ней. Ничего они не прогрызли. Никак выползти они оттуда не могут. Хотя очень хотят. Но, как вы наглядно увидели своими глазами, полиэтилен они никак не прогрызают. Поэтому обязательно я рекомендую вам упаковывать плотно, герметично продукты, чтобы было как можно меньше различных крошек и как можно меньше было еды для тараканов. Тогда это намного уменьшит шансы того, что в вашем доме, квартире они когда-либо заведутся. Компания Мирдес.